Сегодня я буду прокладку крышки клапанов менять. Audi A4. Машина не заводился. В этих лунках, где свечи стоят, было масло залито. В этих лунках был полностью залито масло. Это значит внутренняя прокладка здесь наебнулась. Сейчас будем на его линию. Так, что мы делаем сейчас? Отсоединяем фишки. Эта фишка, тогда я не смог его снять. Но это пускай эта фишка живет здесь. Мы его так не снимем. Так, сейчас мы откручиваем вот это. Вот эти все. Все болты, которые... Так, вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот это 7. То, что до него, до крышки крепится. Вот видите, вот в масле оно там все. Вот он. Отсюда течет масло. И вот видите, собирается масло. Сейчас я тут тоже самое, видите, края. Я его уже вчера, когда там приехал, еле-еле завел его, бля. Вещи поменял, все. Ох, тут уже сколько набрался. И короче, они, это масло уничтожает свечи. Они от накала нагревают, они лопают. Вот последний был самый больший. Тогда. О, уже набрался. Видите? Так. Мы это убираем все. Сейчас начинаем все эти сопли отсоединять от крышки клапанов. Включим сюда это. Можно, в принципе, и зажать. Но навряд ли. Все ставить надо на герметику. Вчера мы все расслабляем. Потом все будем
убираем. Ком надо открыть. Также с той стороны. По-моему, и с той стороны. Ну, короче, так же самое, как здесь, только там. Клиент здесь недалеко. Ага. Не мешал. Когда одевать, то сперва трубку одеть. Ну когда же будем одевать? Обратно трубочка. В эту сторону. Решающий момент. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Но музыку не можем составить, а то авторские права. Приходится имитировать. Вот эти накладки, вот это, надо снять и все полностью на герметик посадить. Вот, видите, здесь источник. Чистим. Чем здесь чистишь? Это карбюраторный. Карбюраторный спрей. Можно и бензином, без разницы. Ну, у нас бензина под рукой сейчас нету. Есть, бензин дороже стоит, чем это. Ответ, блин. Блин, бля, дорогой. Уже какой счет такие машины мы отремонтировали? Что масло, блядь, попадает. 10, наверное, 12. Да, 10, блин. И вот приезжали механики и к ним. Здесь мучились, ебались. Сингельчане, они любят все сразу целиком уже сказать. На скраб, блин. Ну да. Так, там сейчас тоже так легонько. Я сейчас легонько здесь все. Чтоб он обезверить его, да? Да.
сразу, блин, тарахтят молотками, дрелями, блин. Ну да. Проверяющий ехал, все, блин, в карты играет. Да не, не работает. Да. Ничего, действительно, ничего. Часовой заход. А, ну да, да. Короче, ребята, надо тут по-любому делать внизу, потому что двигатель под уклоном. Тут больше протекает именно эта сторона. Угу. Значит, там под низом надо так, да, крючок, тряпку на крючок одеваете и под низом хотел. Снимать не сможете, потому что тут на герметик, если снимете, сломаете. Да, здесь уже менялось оно, конечно, то. Да, потому что здесь заводская стоит, да, еще? Заводская, да. Немало ездит. Герметик. Берем вот такой вот жидкий герметик, его называют здесь. Здесь там неудобно было. Да неудобно, просто там на всякий случай вдруг будем вставлять там проводом вытянуть или что-то. Сейчас вы это ставите. Внизу будете ставить. Это шланг обязательно одевайте, потому что потом вы его не сможете. Он дубовый, понимаете, помочь. Так, там вот эти, вот эти тоже все нужно подвинуть. Самое главное, вот эти провода. То есть здесь до харсинга. Угу. Все, поделим потом. Так, все. Сейчас вы можете закручивать его. Видите, здесь выделено, здесь, как полагается. Сейчас будем закручивать в центре. Короче, сейчас все эти одевайте, что снимаем вообще. Проси в Рублевке, блядь. А? Проси, где там, в Рублевке или что? Там это, подписчики их тут знают, там в Рублевке, почем дома, там от и до цены. А? Да. Сперва давай здесь купим, блядь. А зачем здесь купим? Все равно здорово. Такую цену здесь. Здесь вон. Это избушка, блин, вот рядом стоит. 80 тысяч такая. Да не, больше. Ну больше, думаешь? 110. 110, да. Ну вот это стоит, видишь, что это такое, ну, дорога, а вот это где-то 90-100 тысяч. Да. Такие дома. На полдома, там, да, там на полдома, да, там не все. Там все. А так вон там такая зона вот. Вот солнечные батареи. Здесь такая зона для пенсионеров. С палочкой всех ходит. Какой спокойный, да. Сейчас спокойно. Можно ездить. Как хочешь. Без права, да. Не, ну по зоне именно, да. А если ты будешь в центр выезжать, ну, там куда-то по кайфу. Или вам не надо права. Страховка, да, в нем есть? Где? На два объема. Opel, блин. Хотя 10 тысяч рублей в год на меня. 18 лет не уже. Правильно делать. Какое правильно делать, да, Тёма? Лихачи, ну и что? А ты что, не лихачил? Да, Жигули, разве лихачил? Москвы, Жигули. Ни хера себе, а что, Опелем двухлитровым можно полихачить, что ли? Да. Да даже 1,2 смотрел, блин, и то было, блин, 6 тысяч фунтов. Машина, блин, 800 стоит где-то. Фунтов. А не, 6 тысяч, такая. Сейчас мы одеваем бензин.
снежит, бля. Скир-скир, бля. Пиздец, бля. Двоих обслужил сразу, бля. Это сюда. Вот так. Все, сейчас мы его захуярим. Надо одеть, потому что верхний шланг вот этот будет, должен здесь проходить. Вот так. Понимаете? По шаманте. Что за хуйня? Что это? Двигатель высыпался. Подожди, возьми. Нет, ты понял. Всем пока. У кого есть вопросы, пишите в комментариях. Вай-вай. Включи.